сейчас у меня на телефоне ровно 7:30. Мы уже подходим к школе, потому что нам сегодня очень рано дежурство. Ну, вся неделька. Сегодня Ирмик со мной. Уже все горит в окнах. Заходи по пропуску. Смотрите, меня не видно, да? Хорошо. Максим стоит и всех ждет. Ты еще не сказал, что нужно говорить здравствуйте все. Ладно, учесались. Каждому сказать, как тысячу лет придет. Здравствуйте. Никит, как тебе дежурство? Можешь немножечко сказать? Что? Дежурство нравится? Нет. Не нравится? Я опоздал всего лишь на 10 минут. И тебе сделали выбор? Да. Понятно. Он Максик дежурит. Егор еще вообще не пришел. Самый честный. Егор вообще не пришел. Совсем. Ой, Эля. Она прячется от меня. А что это мы болтаем, Никит, на рабочем месте? Егор врача был. Телефон на рабочем месте запрещен, да, Алин? Да, конечно. Привет, девочки. Привет, Таня. О, Алис, вы пришли. Ну что, рассказала? А ее нет. Вот она. Она только пришла. Лиза. Ну и тебе расскажешь. Разочарование. Ладно, ребят, сейчас приду. Лиза, не бросай. Привет. Здравствуйте. Как тебе нравится дежурить? Абсолютно не очень. Лиза гонится за учителем. Не нравится они, Львов? Не очень. Ну, понятно. Всем так говорят. Хорошо. Привет, девочки. Рассказывать. Да, я видела, они бежали за ней. Видеоблог. Видеоблог, да, давно не было. Должно быть очень интересная насыщенная неделя у нас. Что? К Зойке пошел. Идите Зойке расскажите. Так, девочки, возвращаемся. Просто нас ругают за это. Таня, не снимай. Здорово. Мы взяли номерок. Номерок? Номерок, пожалуйста. Вот взяли, молодцы. Номерок, номерок. Спасибо. Спасибо большое. Нет, она называется книжка. Поймал я тебя. Лизок, спаси. Ой, сама помешать тебе. Фокусы. Как? Ну сейчас на камеру. Пожалуйста, у нас скидки, бесплатная. Новая коллекция, поступление. 100% скидка сегодня, на все. Только сегодня, бесплатно, специально для вас. Вот. Мальчик, что? Хорошего дня. Одежда бесплатно. Заходим, бесплатно, покупаем Эля. Одежду. Ой, покупаем. Покупайте одежду. Эля мимо. Опять попрошайка пришла. Гони ее, гони ее с ценными тряпками. Я пошла типа в столовку для навесить нашего там люди. Бесплатная одежда. Вам нужна одежда? Вот, вам нужна одежда? Бесплатно. Нет. Хорошего дня. Хорошего дня. Одежду выбирай. Душные. Душные. Что? Да, у вот. Хороший ассортимент. Пойду им порекомендую. Лиза, пошли со мной. Что бы вы хотели себе приобрести? Какие у вас запросы? Вот возьмите вот эту курточку, хорошая курточка. Вот, хорошая курточка, качество. Но это у нас уцененные товары. Да, вот на это дешмань. Потому что кто-то в ней обосрался и умер. Шапки, хорошие шапки берем. Хорошо. Не стесняемся, заходим. Подарок куртки идет... Шапка. Номерок. Номерок и ботинки. А за номерок завтра можем будет приобрести 3 куртки. Номерки. Один номерок, 3 куртки. Бесплатно. Заходи. Бесплатно. Бесплатная одежда. Одежда бесплатная. И бесплатные номерки. Ой, тихо. Привет. Привет. Бесплатные номерки. О, халява. Заходите еще. Хорошего дня. Что за возврат? А за что? Возврат не принимается. Бесплатного возврата не существует. Толпучка.
Заходим к нам, проводим прекрасное время. Отходим. Тепло. Тепло, заходим к нам. Накормим. Накормим, накормим, напоим. Спать уложим. В холодильнике холодец вчерашний. Ну просто супер. Давай, пауза. Максим, подпадите. Локоть недр в раздевалке. А, я зацепилась. Здесь у нас куртки, которые никого не интересуют. Отстойные куртки. Никто не покупает эти куртки. Ботинки. Ой, кому нужны? Вот куртка валяется. Мы не сошли с ума. У нас все хорошо. Вон что-то лежит. Ползем быстрее туда. Ай, мои колени. Ой. К нам кто-то пришел. Куртка! Ура! Ой, а что здесь так много? Вы же! Блять, мы еще три уронили, пока осталось. Доброе утро. Ответил. Ответил. Ну да черт похоже. Приятного рабочего дня. Будем рады видеть вас снова. Хорошего дня. Отличного настроения. Спасибо. Все. Приятно взаимно, да? Приятно. Коробку вот ешь такие вот кубики, и там плюс почему-то там, там вот где-то. Латинского футурум – будущее. Течение сложилось в 1909 году. Футуристы мечтали о создании новой расы людей, которые двигаются скоростью 300 км в час на высоте с 10 тысяч метров. В искусстве преобладают динамические абстрактные формы. Созданное в меняющемся мире, оно также меняет свою форму и свой смысл. Многие из недавно зародившихся направлений оказались жизнеспособными.